Андрей, ты говорил, что лучшую жизнь добывают в борьбе. Корни этой мысли не из твоего детства, из детского дома? Ирина Анатольевна, ну ты помнишь, после чемпионата мира 2001 года ты приезжал в Городец, мы сделали прекрасный репортаж. Я вот даже жалею, что мы эту ссылку нигде не можем найти. И вот сейчас бы эти моменты жизненные послушать, что мы с тобой говорили. У нас много чего было интересного из той интервью, когда ты была в зале бокса. Ты эти же слова мне повторяла в зале бокса. И вот если эту пленку сейчас найти и посмотреть вообще, как выглядят залы спортивные, как вообще выглядит обстановка политическая даже, что поменялось после этого, да, после вот... С тех самых пор, После бокса поменялась-то, какая борьба началась, такая, да, там было 26 лет, потом мы уже созрели, как говорится в фильме «Москва слезам не верит», после 40 жизнь только начинается, и вот она началась. И что я на сегодняшний день вижу, вообще, если честно, меня немножко будоражит то, что... Что поменялось-то? Да ничего не поменялось. Люди у руля одни и те же самые. С времен СССР. Люди не меняются. Если система, она меняется. Раньше был коммунизм, да, Советский Союз был. Сейчас демократия. Этих людей, которые обучали в СССР, их же не обучали демократическим ценностям. Но они сегодня не могут ничего сделать. Из-за этого у нас происходит дисбаланс и в политике, и в нашей Нижегородской области. Вот ты мне можешь задать сегодня любой вопрос. Я хочу, чтобы наша программа была живая, чтобы было все четко, откровенно. И я думаю, что зрителям, чтобы она понравилась после этого. Попробуем. Так вот, давай все-таки разбираться. Ты такой бунтарь. Там кричишь, себя кулаком бьешь в грудь, кому-то даже можешь между глаз запустить. Ты такими методами хочешь чего-то добиться. Добиться справедливости, добиться, чтобы спорт развивался в Нижнем Новгороде. А я все-таки хочу понять, вот эта дерзость в тебе, смелость такая, бесстрашие какое-то, оно все-таки из детства, из детского дома, где нужно было тарелку с супом отвоевывать, лишний кусок хлеба. Да нет, скорее всего, это не с детства, потому что в детстве у нас же тоже в детском доме, там что, никто по головке тебя не гладил, там тоже была ситуация на выживание. Вот, и мы были маленькие, и над нами там бывало, что издевались, и мы это, и все это прекрасно все знают. И эти люди живут в Нижегородской области, многие, конечно, умерли, к сожалению, есть такие люди. И многие живы сейчас, и они это все знают прекрасно, как все это происходило. Ничего забывать нельзя, даже все помнят, как кто по тумбочкам даже лазил. Поверьте мне. Но это жизнь, это реальная жизнь. А все, что касается сегодня, допустим, вот моей общественной работы, ну вот я вам повторю, в 2004 году состоялась встреча с Путиным, в 2004 году сборная России заняла 10 золотых медалей на чемпионате Европы, Путин приехал перед выборами к нам в город Чехов, и у меня была возможность, я думал, надо ее использовать, просто такого момента не будет. И я эту использовал возможность через Вячеслава Александровича Фетисова. Я подошел к нему, сказал: Вячеслав Александрович, я вот из города Городца, воспитывался в детском доме, стал чемпионом России, чемпионом мира, заслуженный мастер спорта. В городе Городце нет ничего, ни залов по боксу, ничего, ну просто ничего нет. Мы тренируемся в ПТУ, там в полуубогом каком-то зале. Кстати, этот зал еще до сих пор работает, сейчас у меня там, и этот зал еще функционирует, сейчас у меня там уже сын тренируется, только не по боксу, а по дзюдо. Но я не об этом хотел поговорить. Сегодня в городе Городце два физкультурных комплекса. Один физкультурный комплекс, который мы объявили Путину, и он выделил 180 миллионов рублей, эквивалент был 8 миллионов долларов. И шансов, который сегодня построил, это 750 миллионов рублей по программе ГКЧП. Так вы представляете, вот этот зал, где я занимался, Ирина Анатольевна, и ты приезжал в этот зал. Если ты посмотришь какой-то сегодня зал, это убогий зал, там клопы, тараканы, там полная антисанитария. Так, друзья, вы понимаете, люди, которые с времен СССР стоят, руководят сегодня. Ну, сегодня руководит районом наш уважаемый человек, доктор экономических наук Николай Федорович Поляков, 70-летний. Дорогу надо дать молодым. Посмотрите, что произошло в нашей Нижегородской области. Поменялся губернатор. Молодой парень, 40-летний. Уже в Москве, в Кремле это увидели, что здесь надо менять ситуацию. Здесь вообще зашла ситуация в тупик. Но, чтобы не отклоняться от темы, физкультурный комплекс первый построили. Приехал на открытие Шанцев, приехал Вячеслав Александрович Фетисов, Хинштейн, который курировал стройку по каким-то причинам. Откуда-то появился Хинштейн, я не знаю. И построили некондицию с глубиной бассейна 1,40 м глубины. 1,40 м глубины. Зал бокса 70 квадратных метров, дышать нечем, вытяжки нет. Качалку сделали в подвале. Тренажеры нормально закупили, более-менее, но дышать-то нечем. Друзья, вы что там создали-то? Главой администрации сегодня был Минеев Александр Михайлович. Тоже какой-то доктор автотранспорта себя обозвал. Мне уже было просто смешно. В судах доказывал, что такой докторской степени не существует. Ну, идем дальше. Значит, что происходит дальше? Дальше вообще очень интересная жизнь. Я становлюсь депутатом района. И вот здесь самое начинается вот это, именно эта борьба. И я понимаю, что борьба-то идет
с людьми, которые не хотят развивать спорт, не хотят развивать в районе вообще ничего. Но ты понял, почему они не хотят? Ведь они на самом-то деле, может, и хотят, когда они на твоей стороне баррикады. Посмотри, допустим, Ирина Анатольевна, вот давайте возьмем, просто я в своем городе, да, возьмите главу города, городца, Александра Жакова, посмотрите, дети у него занимаются спортом? Нет. Возьмите Полякова, его дети занимаются, внуки, спортом? Нет. Возьмите Беспалова, у него дети занимаются спортом? Нет. У Труфана занимается, внучка только занимается. Вот. И то, благодаря Труфану, вы знаете, это был экс-министр финансов, и я когда хотел организовать его турнир, турнир Виктора Алексеевича Труфанова, когда хотел организовать турнир, прихожу, говорю, давайте, депутат, организуем. Все стоят так на меня. Достаю 5000 рублей, говорю, давайте, организуем турнир. Памяти первого главы администрации, бывшего министра финансов. Все так на меня смотрят. Он не любил бокс, Гоголем. Я же зато бокс любил его. И он у меня проходил на чемпионат России среди профсоюзов, я открывал его. Но дело не в этом. Дело в том, что один депутат подходит, ладно, задеть, я дам две головки сыра. Две головки сыра оценили Труфанову жизнь. Вот пускай эти люди сегодня посмотрят. И когда Люлин Евгений Борисович стоял у гроба, я только сейчас понимаю, что вспомню только хорошо у закрышки гроба, а потом позабудут на 9-й день. А на 40-й и родственники могут уже не прийти. А через год вообще никто не вспомнит. Ну такая жизнь, вот, Андрей. Люди жестокие. Но почему в других республиках не так? Почему на Кавказе не так? В Чеченской республике, в Владикавказе, в Дагестане. Почему там считаются? Там что, культура другая? Потому что там культ родной земли-то остался. А у нас культуры сегодня нету. Вы посмотрите, вот сегодня я заходил 3 раза к министру спорта Хомутко, Виталию Леонтьевичу. К Виталию Леонтьевичу зашел 3 раза. Привел Олег Валентинович Сорокина, нашего мэра. Был выделен участок земли. Чтобы не быть голословным, я всегда люблю показывать бумажки. Сейчас надо приходить официально с бумажками. Решением инвестсовета выделен полгектара земли, друзья. Полгектара земли. На Мещере под боксерский центр. Мутко Виталий Леонтьевич говорит, хорошо. Дам 120 миллионов рублей на боксерский центр, которого в Нижнем никогда не было, с времен СССР. Сорокин меня просил сделать встречу, я ему сделал. Он выделяет участок земли, но чтобы получить 120 миллионов рублей, надо проектно-сметную документацию, купить проект, и чтобы ЗАГС Собрание Нижегородской области проголосовало за софинансирование этого проекта. Я Сорокину говорю, Олег Валентинович, поставь курс Шанцева. Он меня даже не пригласил. Потом что происходит? Потом политические начинаются интриги, Сватковский, Панов, вот эти все, Гоголев шаг делает выше, обходит нас страну. Друзья, вы посмотрите, что сейчас делает министр спорта Панов Нижегородской области. Я вам зачитываю. Панов Сергей Юрьевич, министр спорта Нижегородской области, создает вторую федерацию бокса, где я возглавлял, где я официально провел 3 Приволжских федеральных округа, чемпионат России среди профсоюзов, чемпионат вооруженных сил. И все это провел без копейки бюджетных денег. То есть мои друзья, которые мне помогали, которые хотели помочь организовать здесь мероприятие, и я показал нашей области вот за последние года, которые я... сошел ты с ринга, а дальше я начал участвовать в общественной жизни. Вот смотрите, что пишет Панов. Это вообще интересно. Также информируем, что в настоящее время в регионе свою деятельность ведет еще одна федерация бокса под номером ОГРН, которую возглавляет Желолодинов Т.Э. Первым вице-президентом является Мухин. Дмитрий Мухин сегодня действующий сотрудник милиции и действующий спортсмен. Как мастер спорта международного класса может являться первым вице-президентом федерации бокса Нижегородской области? Подписывает Панов. Друзья, вы посмотрите, это министр спорта. Сегодня чиновник на местах, ему абсолютно по барабану, что делать у нас. У нас нету никакой идеологии. Вот если сегодня я хотел своим напором, а своим авторитетом зайти к Мутко, мы зашли. И меня поддержал еще олимпийский чемпион Левзяк, главный тренер сборной. Мы пришли, мы составили диалог с Виталием Леонидовичем Мутко. Тот готов был уже помочь. Но, к сожалению, это не нужно ни власти, но если это не нужно ни власти, нет, Андрей, как быть? А может быть, не в этом история? Ты же был депутатом на законодательном собрании Земского собрания. Соответственно, ты все равно мог на этих людей оказать какое-то влияние, убедить их, аргументированно. Но у тебя, так понимаю, не получилось. Можно расскажу? Нет, почему? Вы можете зайти на любую ссылку. Я выступал перед депутатами городской думы, чтобы поддержали. И что, ты считаешь, что? Нет, любой депутат ЗАГС Собрание может спросить, Андрей, что для этого нужно? Любой депутат задать вопрос. Я говорю, мне надо, чтобы вы рассмотрели этот вопрос на ЗАГС Собрании. Это мы принимаем решение софинансирования или нет? Если депутаты не принимают это решение и не делают бокс базовый на спорта, зачем мне тогда вообще туда ходить? Все, если депутаты не хотят, чтобы это здесь было. А если здесь депутат здравомыслящий скажет,
Да это копейки стоит. Вот посмотрите сегодня в Иркутске, наберите просто в интернете «Гоголь в Иркутск мастер-класс». Я с мэром Дмитрием Берниковым провожу мероприятие там, на открытии, участвую в открытии муниципальных теннисных кортов. Вы посмотрите, вот у нас площадки сегодня, как выглядит там в городе Заволжье, где мировой результат. Я вот сейчас показывал до этого Ирине Анатольевне, вашим коллегам, которые сейчас нас снимают. Они были в шоке. Они говорят, это что, серьезно у вас? Я говорю, да, это у нас, Ирина Анатольевна. Так у нас в стране продается 1,5 миллиарда тонн нефти и других углеводородов. Почему сегодня человек, который собирал налоги в нашей Нижегородской области, Поляков Николай Федорович, не может, доктор экономических наук, сегодня нам построить, ну, отремонтировать площадку муниципальную? Я был депутатом, нельзя вообще ничего решить, абсолютно. Я никогда не впускал, не вступал ни в какие партии. Потому что вступить в партию, это все твое слово на 8 марта. Я когда смотрю на единоросса, допустим, сегодня Москвина, вот Дениса, да? Дениса Москвина, который вступает и говорит, Единая Россия выделяет 1,3 миллиарда рублей на поддержку территорий. Да у нас, зайдите в любой двор в Нижнем Новгороде, у нас, извините, полный срач. У нас бардак полный, а в районе-то вообще полное. Извините меня. Слушай, а может быть, действительно, сейчас бокс не в тренде? Ну, почему был ты чемпионом мира, чемпионом России. Видишь, никто после тебя такие рекорды установить не мог. Сегодня в тренде дзюдо. Может быть, тебе уловить эту линию? Ну, почему? Сегодня Федерацию бокса России возглавляет Высший наблюдательный совет главный охранник президента Путина Рубежной Алексей Александрович, генерал-майор. И с приходом его уже стал меняться. Смотрите, почему ты сына своего тогда отдал в дзюдо, а не в бокс? Ну, почему? У меня еще сыну всего 6 лет. У меня сын только начинает, только первые дает, первые эти, как бы, движения делает. У меня уже дочь кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Но я не об этом, Ирина Анатольевна, хотел сказать. Так вот, я хотел вам сказать, что с мировым результатом, это единственный район городецкий, где в нашей Нижегородской области больше такого нет результата. 3 олимпийских чемпиона, 5 чемпионов мира, 3 чемпионки Европы. Вы назовете хоть одного олимпийского чемпиона у нас в районе? Я назову, Ирина Анатольевна. Подожди, в Городецком? Да. Гоголев? Нет, я не олимпийский чемпион. Я чемпион мира по боксу. Ирина Анатольевна, я вам скажу. Бушуев, тяжелая атлетика, велоспорт, Лихачев, Ирина Белова, олимпийский чемпион по художественной гимнастике, Гоголев Андрей, чемпион мира по боксу, Ольга Домоланджанова, чемпионка мира. Заметьте, я не говорю это по бумажкам, я их эти имена знаю. Сейчас сестры Аверины, действующие чемпионки мира и Европы, облетели весь мир. Но они из Заволжья? Городецкий район. Городец Заволжье – это городецкий район. Что мы, значит, делим? Что такое город Заволжье? У меня вот дочь занимается в Заволжье. Я живу в городце. Конечно. Ну и что? Ирина Анатольевна, и мне больно, когда сама власть отмывает деньги вот на этих физкультурных комплексах. И когда они занимаются сами говном, потом переведут. Вот Гоголев нехороший человек. А чего я такого нехорошего сделал-то? Человек, который провел сегодня 3 Приволжских округа, чемпионат России среди профсоюзов, сегодня чемпионат вооружен. Вы мне хоть грамоту дали от министра спорта? Хоть просто наградили? Андрюх, спасибо тебе большое. Мы тебе хотим пожать руки. Спасибо за то, что организовал. Я организовал на высоком уровне. И со всеми рассчитался. И не было никаких подвохов, чтобы я с кем-то... Да вот он там кого-то кинул. Андрей, да просто ты такой вот ершистый. Может быть, тебе успокоиться в конце концов. Взять их в союзники. И, может быть, дело пойдет, а? А как в союзники, Ирина Анатольевна, взять? Объясните мне. Если человеку 70 лет, а тебе, допустим, 43 года... Ну, приди по душам поговори. По-человечески. Ну, ты не кипятись. Социология между людьми... Вот мужчина, женщина живет, социология должна быть 7 лет. И также я уже сейчас понимаю с возрастом, что я когда я приходил к Шанцеву, я ничего не мог решить. Ну, что ему 70 лет? Я прихожу к Полякову, ему 70 лет. Если я приду к Глебу Сергеевичу Никитину, я уверен, что может что-то получится. Потому что люди... Ну, зачем ты не приходишь тогда? Ну, потому что надо, когда ему не просто надо идти, к нему надо идти, ну, официально с документами юридическими. Официально с документа подготовлены. Надо готовить. Да, и сказать, Глеб Сергеевич, это нужно для нашей сегодня области? Он скажет, да, это нужно. Все, дается команда и решается вопрос. Угу. У нас сегодня в городе, ну, представляете, вот, ну, как вот убить Ирину Анатольевну 180 миллионов рублей и построить зал бокса 70 квадратных метров? Я по-новому со Сладковским говорю, у вас квартиры больше нет сегодня? У вас квартира, наверное, больше сегодня выходит, чем у нас зал бокса. Со 180 миллионов рублей, это 8 миллионов долларов, это большие деньги. А в Иркутске у меня человек построил сегодня боксерский центр за 40 миллионов рублей. А в Камень-Шахтинске у меня друг построил за 12 миллионов рублей. И я могу этих кучу примеров привести, просить, но это я вам говорю за бокс. А бокс – это такая же политика. Ничего нового нет, понимаете, просто я сижу на своей стезе. Вот я не могу говорить за другой какой-то вид спорта, потому что я там профан. Слушай, так значит, вопросы решаются сегодня не только кулаками. Ирина Анатольевна, вот посмотрите еще, вот внимательно посмотрите, видите документ? Подписал Тягачев, Шанцева просит, помоги создать школу бокса. У нас нет ни одной школы по боксу. Смотрите, что мне сейчас пишет президент Беларуси Лукашенко. Сейчас я вам покажу. У меня все официально, документально заверено.
Так, меня, значит, уважаемый Андрей Николаевич. Так, сейчас я вам покажу. Это письмо за подписью президента Беларуси? Да, министра. Министра спорта Беларуси. Но я писал Лукашенко письмо, ответил министр. Министр, я прошу вас просто за... Вот, смотрите. Уважаемый Андрей Николаевич, рассмотрев по поручению президента Республики Беларусь Лукашенко ваше обращение об организации сети детских спортивных школ в Республике Беларусь, сообщаем. В настоящее время в Республике Беларусь динамично развивается бокс. Успешно развивается во всех регионах. В двух центрах Олимпийского резерва, в трех областных высших школах спортивного мастерства, 10 училищ Олимпийского резерва, 27 специализированных детских и юношеских спортивных школах Олимпийского резерва, 12 детских и юношеских спортивных школах, которые финансируются государством, в которых занимается около 1000 юношей и девушек. Мы благодарим вам за помощь и удовлетворением. И всегда вас ждем в гости и будем с вами сотрудничать в целях дальнейшего развития популяризации бокса. Министр спорта Гагиев. Агеев? Гагиев, вот. Пожалуйста, решение вопроса. Ну, то есть ты хочешь сказать, что в Беларуси бокс развивается. Мы сейчас слышали, сколько у них школ по боксу в этой республике. А ты хочешь сказать, что, например, в Нижегородской области у нас вообще ни о чем. У нас вообще ничего нет. Мало того, что я вот вам почему говорю, Панов создал вторую федерацию бокса. Ну, чтобы тебя немножечко отодвинуть в сторону. А как можно меня отодвинуть, если решение протокола Федерации бокса России меня вот выбрало все 53 тренера. Вот они все расписались. Все расписались здесь. И Панов, начиная со Сладковским, играть в эту политику. И эти все вот эти Поляковы, Минеев, они не стали создавать здесь ничего. Они думают, как же нам его машиндарам? Это не бизнес. Это общественная организация, где мы создаем для общества. Мы хотим, чтобы 2000, 3000 человек, 5000 человек занимались боксом. Понимаете, лучше боксом заниматься, чем умирать от наркотиков. Вот здесь. К сожалению, все говорят, вот у нас криминальная обстановка слабая. Ой, криминальная обстановка сократилась. Кто вам сказал-то? Кто вам сказал-то? Да она еще больше стала сегодня вот с этой ситуацией. У нас что понастроили-то в Нижнем Новгороде? Одни универмаги понастроили. Все. Ни одной, вот 20 миллиардов сегодня стадион построили. Вы знаете, сколько содержания этот стадион в год? 450 миллионов. В год, представляете? А боксерский центр стоит 40 миллионов рублей построить. Содержание обходится дороже. Вы представляете, сколько можно было навтыкать? Так это я за бокс говорю. А можно было сделать художественные гимнастики, борьба, бокс, рапира, штанга. Все, вот по 40 миллионов рублей. То есть ты хочешь сказать, что если вот развитие... ситуация будет развиваться ровно так, как ты хочешь, и вот ты сам же Шанцеву говорил, сделайте меня министром спорта, и тогда все расцветет пышным цветом. Что такое министр спорта? Вакантная должность. Вы знаете, что Сладковский тоже пытался стать министром спорта России? Но, извините, его подвинули, там стал Колобков. Потом Ну, давай про тебя. Нет, если бы, например, Шанцев. Хорошо, Шанцев бы услышал. Да нет, я уже понимал, Шанцеву нужна была команда, чтобы и были его люди исполнители. Сейчас будет менять... Но ты человек не команды, получается, Андрей. А что я не команда? Что я такого сделал? Не команда. Понимаешь, не команда, это понятно, человек делает все противовес. Что я сделал такого негодяйского, чтобы сегодня... Вы знаете, допустим, на открытии я вам расскажу такую очень... Такую даже, может, такую лимарочку скажу, что... Когда приехал, я же офицер был, вы знаете, да? Офицер запаса. Да, офицер запаса. И когда я приехал на открытие ФОКа, он говорит, Андрей, ты будешь директором ФОКа, ты не забывай, ну тебе там до пенсии остается 3 дня. Я попрошу вас сегодня ничего не говорить про Хинштейна. Если что-то скажешь, ты пенсию не получишь. Вот такая ситуация. То есть тебя заманили, чтобы ты молчал. Когда меня Шанцев обнимает и говорит, иди обостри сегодня с Хинштейном. Я говорю, в смысле? А, ну ты видишь, что он построил какое-то говно. Это реально было. Это реально было. И почему? Люди ведь много чего не знают. Люди видят картинку, а саму суть внутри не знают. И когда я был директором этого ФОКа, что сделали? Вы знаете, когда я стал директором ФОКа? Они убирают из штатного расписания бухгалтера, юриста, экономиста. То есть я пришел на место, сел директор, а я говорю, у меня же там вне бюджет зарабатывает 200 тысяч в месяц. Андрей, это не надо, там будет женщина приходить забирать эти денежки, а камуфлировать их и уносить его на стадион. Я говорю, нет, ребята, у меня это мое учреждение, я директор этого физкультурного комплекса. Не-не-не, здесь все отменил глава администрации. Я говорю, тогда зачем вы меня сделали директором? И я понимал, что сегодня глава администрации, ему не нужно развитие бокса, спорта. И даже я уже без этого, без денег, представьте, я продавал стены. У меня были хоть стены пустые. Я делал рекламу, я делал там бизнесмена прикладывал. Здесь будет реклама. И то не нравилось. Смотри, вот он там баннер повесил МТСа или там Билайна. А сколько он там ему платит? Вне бюджета они перечисляют ему. Я да немного, 30 тысяч на мероприятие помогли. 30 тысяч, да. И я смотрю на них, думаю, боже мой, если сама глава администрации, когда все в районе продано, приватизировано, какой, извините, нахрен им спорт нужен? Им вообще сегодня весь спорт на плечах родителей. Абсолютно за все платят родители. Абсолютно. Понимаете, никакой идеологии вообще в стране нет. Она в Конституции Российской Федерации не прописана.
Она просто в Конституции, это реально, посмотрите, покажите мне ее, где она прописана. Раньше в Советском Союзе, вы помните, как было? Гимн. Конечно. Навеки сплотила Великая Русь. То есть Русь сплотила все, сплотила республики. Все. И мы была великая держава. Сейчас какая держава? У нас Нижний Новгород как был со времен СССР, какой-то закамуфлирован, да? Сюда свалили всех там этих, блин. Ну, вы посмотрите, вот даже простая вот арифметика, да? Возьми 15 лет, смотрите. Убит Немцов, убит Вороненков, посажен Шельпов, начальник налоговой инспекции. В тюрьме находится Макаров Александр, министр этого. 6 депутатов под следствием. Сколько я там уже не знаю силовиков сидят. Вы представляете, вот эта власть сегодня, она вот она показала. Шансов ушел, и что понеслось? Сорокин еще я не сказал, Олег Валентинович. Вы представляете, что творится? И вы говорите сегодня, Гоголь, ты не в команде. А это что, команда? Вот они, смотрите, вот убит Немцов, наш губернатор. Убит Вороненков, депутат Государственной Думы. Посажен Сорокин, мэр Нижнего Новгорода. И подождите, Елена Анатольевна, сидит Макаров, Шелепов, 6 депутатов ЗАГС Собрания под следствием. Это что такое? Это что за область? О каком решении вы сегодня можете мне говорить? Ты, может, Валёшка, в какую команду мне входить, если такое происходит? И вы мне сегодня вот это говорите, Елена Анатольевна. Андрей, ну что говорить? Понимаешь, с волками жить, по волчьи выть. Елена Анатольевна, пришел новый губернатор, пришла новая команда. Вот пришел новый мэр Нижнего Новгорода. Выстраивают одну и ту же вертикаль, чтобы один человек, чтобы он принимал решение. Почему сегодня? Я поражаюсь. Великая держава. Нижний Новгород – богатейший город у нас. Мы неужто не можем построить 4 стены? Я сколько мутков в прямом эфире, вот посмотрите. Слушай, а если это тогда сделать на деньги просто, ну как говорится, меценатов, благотворителей? А можно я вот перебью? Вот что такое бизнес? Вот, да, ты скажешь, Гоголь, а общественная что ты организация, ну, частный сейчас... бокс будет, частная какая-то федерация. Я всегда никогда не путал свою шкуру с государственной. Почему? Потому что сегодня бизнесмен, вот ты сегодня хорош с ним отношения, а завтра у тебя с ним плохой. Он скажет, да зачем мне нужно? Ну иди, до свидания. А муниципальные учреждения, государственные учреждения, здесь все тренера собираются, здесь идет диалог, у нас своя каша. Понимаете? И это должно быть у всех. Вот возьмите Киселева Александра Викторовича. Смотрите, как на Бару сегодня. На Бару сделали борцовскую Мекку, привезли Карелина. Ну все нормально, функционирует сегодня Борский район. Приедьте, вот начало Бора начинается, посмотрите. Красная Горка, гостиница на 600 человек. Ну все. Единственное, что у них там никогда не было чемпионов мира и Европы. Я думаю, что у них появится со временем. Потому что там есть люди, которые заинтересованы в развитии. Такую построить машину у нас, смотрите, в нашем городском районе. Ты знаешь, Анатолий, Обухов, генерал, Поляков. Начальник налоговой инспекции, Труфанов. Ну что создали? У нас теннисного корта в городе нет. Зато туристический центр развивается. Да какой? Вы посмотрите, в Семенов приедете, я в этом городе родился. Вот это туристический центр. И зная Николая Федоровича Носкова, главу администрации, вот такой мужик, к которому я приходил, говорю, Николай Федорович, давай проведем, что нужно. Вот это человек, который реально решает вопрос. Я за каждого могу сказать, я с каждым общался. Я, скажем, в Шаранге тоже нормальный человек, в Урене нормальный человек. И есть люди, депутаты нормальные. Я их могу назвать, Шавин Олег Борисович нормальный депутат, Олег Лавричев хороший человек. Понимаете? Нет, я им не делаю рекламу, я просто этих людей знаю. Гойхман Леонид нормальный. Хороший тот, кто помогает такой, да, кто тебе говорит. Андрей, я поддержу твой проект, сколько денег надо? Он сразу становится, видимо, хорошим. Я хотел идти по государственной линии. И вот сегодня Сватковский, олимпийский чемпион, он государственный человек. Для него не составляет труда рассмотреть этот вопрос, поставить вопрос на ЗАГС собрание и принять, будем сегодня принимать это решение или нет. Все, губернатор. Ну что такое для губернатора 100 миллионов рублей? Да это ни о чем, это вообще ни о чем. Да, Андрей, конечно, у нас жаркие споры, вернее, жаркие... монолог, Ирина, я бы сказала, в программе «Простые истины». У нас зато живая программа. Живая. Получится. Давай здесь немножко притормозим, пыл, дух переведем. Я напомню, что сегодня герой программы «Простые истины», трехкратный чемпион России по боксу, чемпион мира по боксу, президент общественной организации. Председатель. Президент Краша. Президент звучит. У нас России. У нас президент России только один Владимир Давай Путин. Еще раз тебя представим. Я хочу представить героя программы «Простые истины», трехкратного чемпиона России по боксу, чемпиона мира по боксу, председателя общественной организации бокса в Нижегородской области Андрея Гоголева. Боксерский мир жесток и тонок, но только тот, кто смог его понять, тот будет вечно процветать. Вот хочу спросить, процветаете ли, отцветаете ли вы сейчас, Андрей Гоголев? Интересный вопрос такой. Ну, боремся за то, что все-таки мы двигаем свой, гнем свою линию. Понимаешь, многие есть, Ирина Анатольевна, те, кто хочет сбить, подставить подножку, которые не дают... Ну, понимаете, вот я яркий представитель спортивного мира, я никогда не пью, не курю, я всегда со своим спортом. Если мне кто-то что-то хочет предъявить, покажите, где я там что-то где-то там нахрюкался, а то вот на меня бывает, вот, не знаю, вот вы помните, такая ситуация была по Тахтару.
Да, вот не очень хорошая ситуация. Ну, человек сидит у мэра Нижнего Новгорода и поливает меня там грязью, да. Ну, давайте представим, а что ты сделал для города? Вот я в городе организовываю каждый... Вот у меня сейчас 26 даже мая, памяти Героя России Анатолия Крупинова пройдет турнир. Я даю ребята, чтобы не просто тренировались там, а дальше выезд-то куда? Сейчас выезд за счет денег. Денег никого нет. Я хочу, чтобы на нашей земле проводились соревнования больше, праздников устроил. Я уже объехал практически всю область Нижегородскую. Слушай, а тебя любят вот в городце? Вот конечно, любят. Любят? И любят, и уважают. Понимаете, не любят только те, которые не любят это вид спорта, бокс, и то, что я и делаю ребят сильнее, вот те не любят, которые полуубогие, понимаете, которые всех там зовут, идите молитесь, рабы Божьи. Мы не рабы, мы творцы, понимаете, потому что в Библии написано, ты раб Божий. Я не раб Божий, я сегодня творец. Мне дал человек творить там сверху, я творю, понимаете, а у нас делают, у нас уже маленький, со школы уже начинают, все, ты раб, давай, все там, чего ты раб, ты не раб. Ты нормальный парень, который еще можешь развиться. И здесь, ну, откуда я знаю, может, у меня вот мой сын растет, он директор ФСБ будет России. Или, ну, до президента, конечно, не хочу, но я вот, допустим, у меня в роду есть родственник, вот, герой России, погибший, единственный контрразведчик, капитан ФСБ, родственник моей жены, Анатолий Крупинов. Я каждый год стимулирую ребят, провожу его турнир. Если мы проводим, значит, это Толя живет, понимаете? И город должен знать своих героев. Город должен знать своих героев, которые реально погибали по исполнению служебного долга. И это не просто какие-то слова там сказал, там вот там. Нет. Нашу программу будут смотреть и люди с комитета. И каждый год это мероприятие провожу. И привожу генералов. Да, вот Виктор Иванович Орлов посетил мероприятие, генерал-полковник ФСБ. На открытии был, присутствовал. Даже не знал, он сказал, да, Андрюх, я даже вот не знал, блин, что такой человек у вас есть. Я говорю, ну вот, к сожалению, единственный за всю историю контрразведчик ФСБ. Андрей, ну я понимаю. А улица этого человека вся разваленная, дорог нету. Вы посмотрите, как аллея его выглядит. Опять, кому вопрос? Конечно, я власти говорю, власти это не понравится. Ну ты заделай пару, ну, ям-то. Поэтому меня не любит ты кто? Человек, который сегодня сидит сверху. Блин, слушай, ну слушай, ты же... а тебе не кажется, что в один прекрасный момент даже вот такие хорошие, справедливые, честные, принципиальные, как ты, могут вообще на 100% измениться, попав совершенно на противоположную сторону баррикад? Станешь ты, скажем, депутатом, тебе придется, понимаешь, быть в другой системе, быть заложником, Ирина понимаешь, границы рамок. Я был депутатом, и я понимал, почему я шел не от партии. Потому что если ты вступаешь в партию, все, твое то слово... То есть ситуация тебя не Ирина меняла. Когда ты вступаешь в партию, запомни, твое слово на 8 марта, ничего ты не можешь делать. А когда ты одномандатник, тебя народ выбрал, от народа говори, что хочешь. Это не понравится. Поэтому сегодня все депутаты и в «Единой России», и в ЛДПР, все, слово на 8 марта. Как только ты задашь вопрос, тебя вызовут, может, даже вызовут люди в погон, скажут, ты зачем задаешь губернатору, такой вопрос нехороший. Слушай, а ты будешь еще, скажем, баллотироваться в разные уровни власти? Ну, почему бы, нет, в депутатов? Депутаты, да, земского собрания, законодательного собрания. Если, допустим, я это почувствую, что, допустим, вот я сейчас не депутат, да, мне сейчас легче через интернет послать обращение к главе администрации, показать вот это, что у нас происходит. И мне это легче, потому что, когда он придет, я ему буду задавать это в глаза вопрос, он не знает, что отвечать, его дрожит. Вот я прихожу, допустим, к Полякову, он дрожит. Он начинает, у него вибрация другая тебя энергия. Тебя боятся. Нет, это не боязнь. Это раздражение. Нет, это другая энергетика. Все люди разные, Ирина Анатольевна. Вот мы с вами ведем диалог, мы с вами как-то обменимся энергетикой. Я тебе чем-то симпатизирую, у нас с тобой происходит обмен энергии. Да, а там люди, у других вибрация. Он не привык так, понимаешь? Ну, мне 43 года, ему 70. Понимаешь? Перед ним надо вставать, кланяться, хвалить его. Он государственный человек, чего он должен понять. Вот почему я уважаю всегда советских евреев. Это самые были лучшие люди. Они создавали здесь благо на земле. Может быть, они создавали, но они тоже были все великовозрастные. Нет. Была система. Была государственная система Советского Союза. Я почему и говорю. Навеки сплотил Великая Русь. Русь всех объединила, все республики. Была дружба народов. Сейчас дружбы никакой нет. Сейчас даже вот прийти в кабинет к нему записаться на прием нельзя. Я сколько раз приходил, он не хочет воспринимать. А почему, на каком основании-то? Я хочу, как прочетный житель района, записаться на прием. Что на вопрос? Напишите на бумажке вопрос, вам придет ответ. Ну, напиши. Да слушай, зачем мне, я хочу его спросить, почему такое происходит? Я как почетный житель даже могу прийти на земское собрание, уже не депутатом являясь, и задать ему в глаза вопрос. Но когда я прихожу на земское собрание, он заменяет другого человека, его сегодня нет, у него давление. Понимаете, как обыгрывают? Вот это политическая ситуация, Ирина Анатольевна. Ну, а живого ничего нет, все искусственно.
Да, Андрей, это, конечно, у нас такое много вопросов, ответов на них мы сегодня с тобой никак не получим. Я могу просто дать тебе возможность вот высказаться, быть, может быть, услышанным через нашу программу. Ирина Анатольевна, я почему вот в Иркутск приезжаю, вот, Ирина Анатольевна, ты меня извини, вот там каждый год проходит турнир памяти Юрия Абрамовича Ножикова. Это первый губернатор, как у нас Немцов, первый губернатор был Юрий Абрамович Ножиков. Ты можешь представить, собирается весь город. В центре города Юрию Абрамовичу стоит памятник, единственный в России губернатору, которого я вот ехал даже на машине, еду, я говорю, слушай, ты знаешь Ножикова? Он такой, да, конечно, знаю. Он к моей матери приезжал на рынок на Ниве и покупал мне картошку. Я в таксисту говорю, ты что, серьезно мне это говоришь? Ну да, он вот на Ниве приезжал. И вот возьмите сегодня нашего губернатора Немцова. Сколько я предлагал? Давайте проведем память Немцова турнир. Нет, выходят все шествия, митинги. Зачем эти митинги нужны? Зачем это? Вот, давайте пройдем. Он любил теннис. Давайте организуем турнир по теннису большой. Пригласим сегодня всех Кафельников, Сафина, всех этих Алангаросов и проведем. Не надо это никому. Спорт не нужен. Не надо, зачем? Вот у нас, ну, вы начиная с Сахарова, которого сюда привезли, который там кричал. У нас город, вот всех вот эту биомассу, биоэнергетику, весь негатив сюда. Это закамуфлированный город. Это серьезно тяжелый город. С тяжелой аурой, Ирина Анатольевна. К сожалению, это так. Ну, кто-то должен это сказать. И это, думаю, что это, думаешь, и профессора не знают, которые работают в Лобачевском институте или там на Мининском институте. Да все они все прекрасно знают. Просто это уже никому не интересно. Все живут сегодня, как поесть, как накормить. Ну, ты можешь представить, сегодня заслуженный учитель России получает меньше, чем сегодня в команде играет у БК Нижнего Новгорода, у Панова, там, иностранный легионер. За наши налоги он получает там 300 тысяч рублей, а тот же заслуженный учитель России, он Светлана Дмитриевна. 30? Да какой 30? Дай бог 30-то. Там еще меньше. Вот ситуация жизненная. Ну что ж. Ну а зачем нам нужны эти и под лозунгом пошли болеть за наших? Вот это министерство. Так может нам нормального министра сегодня надо поставить? Человек, который будет внутренние проблемы решать нашей области, а не вот этих раздувать иностранных легионеров, негров, которые сегодня играют за наш баскетбол. Ты меня извини, конечно. У нас один американец, один серб и белорус. Я один раз в Инстаграме выставил ссылку, когда зашел в Golden Fitness, там я прихожу иногда покачаться. И там негр раз тренировку ведет, все там танцуют, бабушки, дедушки там, все там танцуют. И я говорю, вот, друзья, посмотрите. Ну, снимаю, говорю, вот, друзья, посмотрите. Андрей, а в чем проблема? Я говорю, проблема ни в чем. Проблема в том, что у нас есть институты физкультуры. Почему оттуда-то не приглашают нормальных ребят, девчонок? У нас же столько с высшим образованием. Негра лучше пригласить. Понимаете? Я не понимаю эту политику. Мне просто... Скажи, пожалуйста, у тебя тоже есть такая, как бы, опыт жизненный, как сказать, выработался? Нет, давай такой вопрос. Есть такая вот фраза, я так понимаю, что она твоя, что жадность поражает бедность. Есть такое, да, выражение. То есть это о чем она? О том, что если человек, у которого, скажем, есть возможность жертвовать, помогать, и он отказывает, философия говорит о том, что в один прекрасный момент... Вот жизненный пример. Я как бы в хороших отношениях с Сорокиным, с Олегом. Богатейший человек. Ему ничего не составляло построить 4 стены вот этого заигрывания. Вводи в историю. Я ему сам говорил, вводи в историю. И вы увидите столько роликов, которые он говорит после встречи с Мутко, когда я ему встретил. Но мы пошли за длинными деньгами с ним. За длинные деньги – это государственные деньги. То есть, чтобы получить длинные деньги, дальние, я говорю, надо приготовить проектно-сметную документацию. Отвод земли есть, решение инвестсовета было. Пол гектара земли отвели. Вот официальная бумага. Все, решение инвестсовета есть. Но чтобы получить деньги, надо, чтобы ЗАГС Собрание и область прогарантировали, что 60 миллионов мы покажем, мы дадим на этот проект. И Сорокин заявляет, немножко город поможет, немножко область. Большую часть возьмет на себя Виталий Иванович Мутко. Все. Деньги приходят целевые, их нельзя ни украсть, ни на какую больницу потратить. Все, целевые деньги. Бизнес зарабатывает, то есть какая-то строительная компания с этих там 300 миллионов заработает себе, ну, за то, что она построит для города. Я же не для себя строил, я хотел, как чемпион мира, чтобы эта точка притяжения была. И вокруг этой орбиты все крутилось. Понимаете? Все. Вот моя была цель. Я Сорокину это говорил. Сейчас мне тяжело ему, ну, мне на него тяжело смотреть, когда он находится по ту сторону, да, и жадность породила бедность, да, дети уехали за границу жить, жена тоже, я же и в хорошем отношении с Еленой Викторовной, с его тещей, вот, я всегда ей говорил, Елена, поговори с Сорокиным, ну, поговори с ним, ну, 4 стены построить, это 20 миллионов рублей, никто из бизнесменов не хочет вложиться, никто, потому что все хотят государственные деньги, потому что с государства легче, никто не спросит, а частник уже, я говорю, он построил. То есть Сорокин не захотел свои деньги вкладывать? Да, Сорокин не захотел. Свои деньги нет, он не захотел? Нет, не захотел вкладывать. А эти длинные деньги так и канули в лето? Я ему сказал, купи проект, земля уже есть, и все, отвод земли. Он почему пошел в ЗАГС Собрание-то? Он же, мы с Никитой говорили, его с Иваном сыном, и он говорит,
Сватковский не захотел по-новому отстроить. Потому что они завидовали ему. Есть патологи, ну, человеческая, ну, зависть какая-то. Потому что Сорокин — это бизнесмен. Это в боксе он был бы трехкратно олимпийским чемпионом. А по зарабатыванию, вот как если он был вот в моей шкуре, то он был бы трехкратно олимпийским чемпионом. Но он был в бизнесе. Потому что он мог с утра до вечера посчитать вот так на калькуляторе. С одного дома заработать там миллион долларов. Он человек был бизнеса. Он умел зарабатывать всего. Но, к сожалению, вот из-за этой политики, вы знаете, там вот эти Дикины, Миши, там вот это все, там у них там война, это полпредства, вот это все и породило, это вот это болото, вот это, понимаете? А когда ты создашь хорошее, и вокруг этой орбиты начнет крутиться, и придут сегодня дети прокуроров, судей тренироваться боксом, это никому не захотелось, чтобы Гоголев это создал, потому что понимали, что у человека начинаются быть связи. Я же не конфликтный человек, я добрый человек. И если бы это вокруг, это и Нижний Новгород бы стали бы узнавать со стороны именно олимпийского вида спорта бокс. Почему сегодня Академия самбо построена? Потому что Михаил Геннадьевич Бурдиков в свое время, Строим Вяхерев, это все создал. Вот это. И борцы поставили ему памятник. И я ему всегда говорил: Михаил Геннадьевич, вот ты умрешь, они вас вот здесь поставят. Так и случилось. Этот памятник стоит там. И еще один был человек, который помогал, начальник контрразведки ФСБ Виктор Ефимович Мамонов. Вот эти люди и мне, они помогали вот это сделать, ситуацию. Давай, пиши письмо на Мутко, пиши письмо на Сорокина. Все сделал. Три раза выходил в прямой эфир на Мутко. Вы посмотрите в интернете, наберите Гоголев, Мутко, Сорокин. Как я задаю вопрос? Мутко говорит: все, дам сначала 120 миллионов, потом дам 300 миллионов. А я говорю: да почему ничего не решается? Вы можете до Путина дозвониться, но ничего не решается. К Шанцеву приходишь, он сидит, ну ты давай предлагай. Я говорю: так а что предлагать, если вот бумаги? Что предлагать? Я, у меня денег нет, я на бюджете не сижу. Вы принимаете решение. Нужно сегодня это или не нужно? Если это не нужно, что там в этой стране, если сама власть не будет? И я это, Ирина Анатольевна, просто шел своим напором, добил. А потом мне что? Я же не гей-парад хочу провести в Нижнем Новгороде. Я хочу построить себе боксерский центр. Но это реально, Ирина Анатольевна. Но это жизнь. Понимаете, это борьба. Вот это настоящая борьба. Понимаете, когда уже будет 70 лет, они скажут: о, давайте построим, у нас же есть чемпион мира Гоголев. Когда я уже буду ходить еле-еле, да он мне уже не нужен. Мне вот сейчас, пока мне здоровье есть, мне надо что-то здесь оставить после себя. У каждого есть какая-то путь, ну, который он идет по пути. Если ты свернул с этого пути, все, тебя там, понимаете, 90-е годы же показали. 90-е как криминал, где сейчас эти люди? Да, Андрей. Все же все прекрасно понимают. Сейчас что, вот... я поняла, что у тебя есть такая мечта, мечта всей твоей жизни. Собственно, ради чего ты тут колотишься во все двери и сердца? Мне вот недавно был звонок, от министра спорта, от Панова, вот 3 дня назад. Так. Он мне звонит такой: Андрей Николаевич, что тут депутаты собрались Краснобайского района и хотят тебя видеть директором этого физкультурного комплекса. Я такой говорю: а почему мне 300 километров надо ехать туда, где зоны, поселения, ты меня гонишь за 300 километров? У меня от дома сегодня стоит ФОК новый, который построил губернатор. И на открытии он говорит: на третьем этаже сделаем зал единоборств. Я говорю: Валерий Павлович, вы пока быстренько бумажку напишите, потому что вы когда уедете с открытия, эти люди уже забудут, они ничего не сделают. Все так же произошло. Все, Шанцев заложил кирпич, на открытие приехал, походил, даже не поздоровался. Походил с Поляковым, все, открыли ФОК, дальше чего? На третьем этаже сделали гимнастику, где девчонкам нельзя подкидывать вот этот обруч или ленту. И они там, ну они делают все для того, чтобы уничтожить бокс и борьбу дзюдо. Они не хотят развивать это здесь. Да. Ну, жизнь, ну, крик души, крик, да, души. Нет, сегодня у нас программа вот называется «Крик души Андрея Гоголева». Дай Бог, чтобы ты был услышан. Давай, не сдавай позиции. Через борьбу, я так понимаю, к победе, правильно? Побеждает сильнейший. Гоголев, я понимаю, что тебе непросто. И единомышленники есть, но, возможно, их не так много, как нужно, чтобы тебе решить эти сложные, непростые вопросы. Но мы верим в тебя, Андрей. Спасибо большое, Гоголев. Скажи, ты хоть счастлив? Я счастлив, у меня есть семья, сын, дочь, у меня есть прекрасный дом. Я, кстати, Ирина Анатольевна, я живу, где-то приезжал в детский дом, напротив своего детского дома, построил себе дом. Ты помогаешь детскому дому? Не то, что помогаю, вы зайдите, спросите сами, я не буду за себя говорить, помогаю я не буду. Вы спросите воспитательниц. А вся вот война, которая сегодня произошла в нашем городском районе, знаете же из-за чего, Ирина Анатольевна, я тебе скажу из-за чего. Из-за того, что я свой дом построил напротив своего детского дома. И Поляков сегодня говорит: а ты вот о нас кричишь, а мы тебе дали землю. А я говорю: она что, это ваша земля? Ты живешь от меня 500 метров, а тебе кто дал эту землю? Тебе самому не стыдно про это говорить? Мне, чемпиону мира, который отпахал на страну 20 лет, и ты мне сегодня такие вещи заявляешь: мы тебе дали землю. А она что, ваша? У вас что, свидетельство на эту землю есть? Она государственная земля-то. Здесь все государственное. А вы, блюстители порядка, должны поощрять спортсменов. Поощрять, если они что-то добились в этой жизни, и выходя из детского дома. Понимаете? Из комнаты, где клопы и тараканы были, Ирина Анатольевна. Да. Андрей, твоя простая истина, которая живет в боксерском сердце.
Простая истина. Интересная штука. Знаете, как в советские времена говорили, наше дело правое – искать, найти и перепрятать. Бороться? И перепрятать. А, вот какая. Нет, на самом деле, сейчас вся борьба. Вот сейчас такой период просто жизненный. Вот именно вот такой возраст, 43 года, когда вот все вот, ну, в 43 года, вот она, в 40 лет только жизнь начинается, и ты вот это все видишь и осознаешь, понимаешь? И главное найти людей, своих понимания, даже по тембру голоса найти, чтобы тебе приятно было с ними общаться и создать то, что ты задумал. Как мне один говорил человек здесь, очень уважаемый, кстати, генерал-полковник, и ты его знаешь, Владимир Филиппович Щербаков, он говорит: Андрей, если что-то хочешь сделать, никогда ничего никому не говори. Подпишешься под этой фразой? Где-то в чем-то да. Если где-то, подпишусь. Потому что человек, вот Владимир Филиппович Щербаков, чем-то не запомнился, поверь мне, я его все видел два раза в жизни. Но человек пригласил меня на день рождения, а на второй раз на день рождения он мне подарил боксерский ринг. За один анекдот, который я ему рассказал, и все полковники стояли, смеялись. И он это знает, анекдот. Ну, я не буду я его рассказывать, там немножко похабные слова. Небольшие, но хотя расскажу. Ну, вот такой скромный анекдот, значит. Приезжает генерал на проверку в часть, ходит по части, подзывает лейтенанта и говорит: товарищ лейтенант, подойди сюда, а где ты можешь попариться? Он говорит: товарищ генерал, сейчас мы вас попарим. Разложил баньку, натопил баньку, попарил генерал. Он говорит: ну что ж, спасибо, товарищ капитан. Нет, я же лейтенант-то был. Он говорит: ну а теперь капитан. Ну а где можно выпить, закусить? Вся, товарищ генерал, все сделал, водочки, селедочки порезал, все, генерал такой выпил, закусил. Ну все, классно, ну спасибо, товарищ майор. Он говорит: да нет, я же лейтенант-то был, а теперь майор. Он такой говорит: ну а где можно полежать, товарищ генерал? Это майор спрашивает: товарищ генерал, а вот ложитесь свежий воздух, вот на гамак ложитесь. И генерал такой лег уже, старенький, задремал такой. И у него раз из трусов яички выкатились, и наболтается на весу. И тут маленькая собачка забегает, на человека лезет. Говорит: ну это лишний, товарищ полковник. Поэтому за этот анекдот мне Владимир Филиппович подарил боксерский ринг. Вот такой мужик. Ну это жизнь. Вырежете. Дорогие друзья, герой программы «Простые истины» сегодня, трехкратный чемпион России по боксу, чемпион мира по боксу, почетный житель Городецкого района и председатель общественной организации по боксу Нижегородской области Андрей Гоголев. Андрей, удачи тебе. Благодарю вас.